Так, второй привод вставил. Сейчас прикручиваю коробку. Устанавливаю на место болт-напыльник и кронштейн подушки. И вот этот болт, который я на стартере оставлял, его тоже наживляю. Притягиваю. Кронштейн подушки я затянул. Теперь вот эту проводку возвращаю на место. Здесь защелка защелкнулась. Так, это защелкнул. Это защелкнул, разъем на место, на датчик скорости одел, стопор я на него поставил, также вот ставлю на место плюсовой провод на стартер и перекручиваю гайку. Колпачок резиновый закрыл и одеваю провод возбуждения на втягивающий. Все. С этой стороны все. Резьбу по подрамник я смазал. Можно будет сейчас убирать гидростойку и ставить на место подрамник. Двигатель с коробкой висит. Подвесил на шаровые опоры подрамник. До конца не ставил, потому что здесь подушка разорвана, опора нету. Вот эту втулку сразу затолкаю, потому что потом будет проблематично это сделать. Ну а теперь можно выравнивать и поднимать, наживлять две подушки, а уже сам потом подрамник подкручивать. Наживлю подрамник, буду наживлять рейку. Уже когда все наживлю, начну затягивать. А вот теперь подрамник я полностью наживил. Здесь у меня наживлено, здесь наживлено, здесь наживил. Подушку заднюю наживил. Крутить ее удобно вот с левой стороны. Рейку тоже наживил. Сразу глушитель наживил. Подрамник здесь наживил. А шланг гидроусилителя тоже на кронштейн наживил. Спереди подрамник тоже наживил, но когда опускал, ну то есть поднимал его, смотрел, чтобы у меня в направляющей стал радиатор охлаждения. И вот здесь вот видно,
радиатор кондиционера спереди, тоже две направляющих, чтобы тоже все встало. Ставлю на место трос переключения передач, и можно будет все протягивать. Трос я почистил, зашел легко. Шайбу и шплинт. Только я его сейчас, шплинт сделаю, чтобы он снизу был. Чтобы выдергивать его было удобнее. Усики разогнул, трос стоит, протягиваю и опускаю автомобиль, соберу сверху, а потом уже поставлю этот лючок, он, говорит, в багажнике у него лежит. Все, хомуты мне не нужны больше. Траверсы тоже снимаю. Прикручиваю и затягиваю верхние болты, два штуки. Ставлю на место трос газа. Сначала бабушку одеваю, а теперь гайку прикручиваю. Так, старый след, по старому следу ставлю. Там есть паз направляющий. И защелкиваю здесь удержатель. Болты затянул. Ставлю на место шланги. Коробки на радиатор охлаждения. Один и второй. Ставлю на место разъем. На коробку. Хомуты накидываю. Так, ну, можно ставить воздуховод на место. Здесь компенсатор. И что еще хочу подметить, вот видно пыль, грязь не тронута. Вот этот шланг одет сюда не был, он просто висел в стороне. Как она оборота не поднимала, я не знаю.
Ставлю корпус воздушного фильтра на место. С этой стороны ставлю на место площадку под аккумулятор. Защелкиваю проводку одну и вторую. Смазываю болты. Надеваю шланг с расширителя и подтягиваю. Ставлю батарейку. Все, остается нам заливать масло и запускать коробку, проверять, как она будет. Отверстие под шуб здесь воздухозаборник я еще не ставил, поэтому я его поставлю в последнюю очередь. Беру воронку. Воронка коротковатая. Ну и ладно, шланг одену. Удлинил. Заливаю масло. Буду использовать оригинальное SP3, еще старой фасовки. Номер для заказа, хотя сейчас там уже наверняка будет другой. АТФ-СП3 40 24 610.
и потихоньку заливаем. При этом стараюсь не обливать машину. По воронке пробежал. Так, залил я без малого 3 литра. Выдергиваю шланг. Так, и запускаю. Сухо пока, ничего не течет. Так, ну пусть греется. Что-то масло одно холодное. Масло перелив. Передачи повключал, ушло в коробку. Сейчас по норме. Ладно, пусть прогревается в рабочей температуре, его выставлю. А пока греется, подниму, прикручу лючок. Тарахтит здесь, посмотрел. Резонатор прогорел полностью. Ну вот видно, подтеков нету. Притягиваю. Все, лючок я притянул. Сейчас заведу. Посмотрю, цепляет, не цепляет. Ничего не цепляет. Поэтому
все нормально, опускаю и выставляю уровень масла. Максимум на горячую. Ну и все хорошо. Так и оставляем. Ставлю. И на этом замену сальника гидротрансформатора коробки автомат я закончил. Всего вам доброго!